услышите Наталью Нейт громче! Thank you.
Наверняка все знают о проекте ТВ «Шанс». Знаете? Да! Его бессменным вдохновителем, руководителем, продюсером является Александр Влачков. Александр Юрьевич, я хочу, чтобы эти аплодисменты были в ваш адрес. Стали для меня не только руководителем, но и настоящим другом. Спасибо вам огромное и аплодисменты еще раз! Очень холодно.
Да. И знаете, я с этим не спорю. Я думаю, что это комплимент. И моя песня, как и мой первый альбом, так и называлась. «Девушка с характером». Не терплю я, если что-то не по мне.
ручки в клеточку, пальчики на ремне. Английские мальчики понравились девочкам. Английские мальчики верят девочкам. Притянутся пальчики к завязанным ленточкам. Короче, у мальчика
Счастья. Я, как бы, знаешь, разговаривать особо-то не люблю. Вот. Я тебе хочу подарить на вот эту твою дату. Кстати, именно в эту дату, когда я ее праздновал, моя жизнь изменилась. Я хочу, чтобы и твоя жизнь изменилась сегодня. Да.